Студенты-инвалиды на время вырезали сложнейший узор на деревянной доске. В Новосибирском государственном техническом университете прошел региональный этап состязания «Обилимпикс». Это профессиональные соревнования. Сегодня свое мастерство демонстрировали резчики по дереву и гончары. Александр Сульдин следил за работой художников с золотыми руками. Все ознакомлены и начинаем работать. Здесь только этой женщине разрешено быть без маски. Сурдоперевод. Мастера, которые соревнуются сегодня, почти не слышат и многое читают по губам. Задача для настоящих художников с золотыми руками. Школьникам легче, узор на доске проще. Линейка, карандаш, циркуль, стирательная резинка. Из резческого инструмента достаточно для геометрической резьбы один вот нож-косяк. У студентов переплетение деревянных линий более замысловатое. Тут нужен набор стамесок. Узор с листа бумаги не копируют, рисуют карандашом при помощи линейки и циркуля. Инструмент, похожий на гранату, киянка, деревянный молоток. Иван Алимов, студент 4 курса. Скоро диплом, нужно будет устраиваться на работу. Конкурс – способ проверить себя, еще раз оценить свои силы. Я сейчас вот посмотрю, как я поучаствовал в конкурсе, какую работу выполнил, как выполнил работу, ну и сделаю вывод для себя, что конкретно я могу. Для того, чтобы хорошо это, выполнить работу, мы же тренировались, ну и постараюсь не подвести. Соревнуются художники и керамисты, свои задания и в компетенциях социальная работа и адаптивная физкультура. Участники серьезные и сосредоточены. Сегодня отборочные состязания. Победители поедут на федеральный этап. Вот человеку, который здесь победит, на национальном победит, вообще что у нас? Не знаю, наверное, крылья за спиной и хороший этот, ну, шанс устроиться на работу. У нас вот керамистка победила в прошлом году на национальном чемпионате. Она работает в керамической мастерской сейчас, инвалид по слуху. Национальные соревнования «Обилимпикс» проходят каждый год. И сейчас к ним уже готовятся. Правда, пройдут они, скорее всего, в дистанционном режиме. Может быть, и кто-то из тех, кто сегодня орудует стамеской или склонился над гончарным кругом. Их будущий победитель. Александр Сульдин, Дмитрий Кан, Новосибирские новости. Спасибо, что смотрите канал «Новосибирские новости». Мы рады предложить вам интересное и полезное видео. Если хотите оперативно получать информацию о жизни города, подписывайтесь на наш канал. Жмите колокольчик, чтобы не пропустить последние новости.